Для восстановительных работ пострадавшему от наводнения Атбасару необходимо дополнительное финансирование. Правительство уже выделило 500 миллионов тенге. Но чтобы достроить дома для потерявших жилье, нужны еще 278 миллионов. Всего в наводнении пострадало более 550 домов. 200 из них не подлежат восстановлению. Непригодное жилье снесут, а владельцев переселят в новое. Уже начали возводить сразу 4 45-квартирных дома. Также отремонтируют старое общежитие и 29 квартир. К осени все семьи, оставшиеся без крова, должны получить жилье. Два месяца мы готовим все возможные документы. Два месяца. Я вот пришел, 5 дней занимаюсь, меня спрашивают, почему деньги до сих пор, деньги не берете, почему до сих пор не оформлены документы. 2 месяца люди же ждут, что мы уже строим, а 2 месяца ничего не происходит.